Да я по-любому, блядь. Батя за сыном смотрит. Скоро смотри, чтоб все было на высшем уровне. Чтоб завтра я тебе деньги не просто так вкладу, чтоб проститутки даже, блядь, знаешь, заходишь, сразу шлюхами пах. Ты знаешь, как я чуть не получается? Женщин только нет. Женщин но нет. У нас Хан Соло работает над тем, как чтоб привести. Не, мы можем как бы шлюх подвести, только как бы у них татуировки с ОПГ у всех. Не слушай, это как и солнышко, что ли? Да. Слушайте, вы можете их всех просто утопить, нахуй? Не надо, мы это... мы их уже сделали. Слушай, спецзаказ, если подождите, так. Мужики, у меня бордель будет открываться, может их туда определить. Солнышко подходит, мы даже назовем бордель солнышко. Да, все красиво будет. Я могу уходить, Серёга, да? Нет, справа нет, это же ты. Я не знаю, может быть, ты меня на камеру перенул? Ладно, я рекомендую. Да, она где-то справа, это первая, она бы тебя дальше тренировалась. Слышу, живите. Не могу, пусть кидают. Да, не могу. Я левый, это правый, но не Монтана. Эй, Тони, как дела? Короче, я это печеньку запасли. Нормально, не успел никуда убежать, так открыли. Это он, короче, был в кокосе, помни, стрелял по мне, я перевязал. Еще
Не надо. И пальцы, чтобы писать, и пальцы, мог, и говорить. Или все-таки хочешь полноценным остаться? Последний вариант как-то получше будет. Последний вариант у меня всегда вообще лучше. Я вот, знаешь, люблю деньги, но не люблю стрелять. А они, наоборот, любят стрелять, но не любят деньги. Ёбаный депутат. Почем ее купил? 20 лямов. Еще нормально. На аукционе на эту халяву тупо за бабки губернатора. А ну реально, за реально бабки сколько она стоит? Я скажу 1000 вроде. Хуйня, короче, давайте бы его технику купим. Я согласен скинуться. Я тоже согласен скинуться. Надо одну жестко взять. Я даже типа читы покупать не буду, лучше куплю себе эту хуйню. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Чё сели, чё, красиво поёшь, валя? Да, а мне бабка всегда говорила, такое ощущение, как будто яйца по сапежам и прошумели. Смеется тот, кто смеется последний. Вот когда вам яйца пассатижами пришимят, тогда будет знать, как смеяться. Я просто видел эту картину. Ну, вернее, испытывал. Ну, там не пассатижи были. Короче, история, мужики, такая. Сижу, блядь, с бабкой. Прихожу домой с работы. Был еще лет так, наверное, если с 5 лет 18. Бабенка у меня была... Блядь, ебать мой хуй, у меня труба дымилась, блядь, ковалу можно было накурить. Короче, прихожу к ней на хату, ну она меня с маманей, говорит, маманя, это мой парень, блядь, я говорю, пошла ты нахуй, пиздень, вот так.